Звичайні люди, їхні історії та забуті мрії. Але тут народжується казка та запалюються очі. Про другий шанс, любов близьких та щирість почуттів у соціальному проєкті телеканалу «Рудана». Дикой птицей взметнусь над степями, над обрывом, что сил прокричу. Море, солнце и ветер, я с вами, но ни камнем, ни вниз, я лечу. На данном жизненном этапе для моей мамы творчество занимает основную часть ее жизни. Я думаю, что моя мама через свои стихотворения пытается донести до нас ту простую истину, о которой мы очень часто забываем, что счастье, оно в нас самих, оно здесь и сейчас, и никогда не стоит его откладывать на потом, потому что потом не всегда может с нами произойти. Мою маму очень вдохновляет театр, очень вдохновляет драматургия. Она не пропускает ни одной премьеры и очень часто дважды или трижды ходит на те или иные спектакли. Потому что театр – это очень важная часть ее жизни, и она проводит здесь достаточно много времени. Она достаточно сложная, возможно, для восприятия большинства людей, и у нее огромное количество увлечений, которые, в принципе, постоянно меняются. Моя мама меня не перестает удивлять. Она предпочитает совмещать в себе все то, что не всегда совмещается. Она умеет принимать жизнь такой, какой она есть, несмотря на не самые приятные ее проявления. Моя мама для меня в первую очередь близкий друг, а потом уже, наверное, мама. Я никогда не боюсь ей ничего сказать, потому что я знаю, что у нее будет правильная, мудрая реакция, и она просто подскажет, как выйти из той или иной ситуации. Она не умеет осуждать. Мечта моей мамы – это быть услышанной читателями, встречаться с читателями, чтобы происходили творческие вечера. Ей очень нравится получать фидбэк на свои произведения, и это то, что делает ее по-настоящему счастливой. Карна Дашкевич, Владислав Талалай, «Цей день». Справа начебто проста – отримати визнання та популярність. Про те, як саме це зробити. Ми вирішили підійти до справи зі своєї професійної точки зору та присвятити Вікторії телевізійний репортаж. Ну і підключити інтернет-мережу. Співати, вишивати, стати фотомоделлю або навчитися користуватися планшетом. Щоразу нова мрія, новий герой та цікава задача постає перед командою проєкту. Цього разу наша героїня – творча особистість. Пише вірші, складає афоризми. Та донедавна її твори лунали тільки в колі близьких людей. Є стихи сочинені, написані, придумані, а є стихи, які приходять. К автору. Первое стихотворение было написано в 16 лет. У меня к этому не было какого-то серьезного отношения. Это просто вот была такая данность. Это приходило, случалось, потом это было в течение жизни. Рік тому Вікторія Вострикова почала активну творчу діяльність. З минулої осені на її рахунку вже кілька авторських презентацій та зустрічей з читачами. Мы всегда приходим для того, чтобы и поддержать ее, и услышать еще что-то новое. Очень глубокие стихи. И именно задевают чувства, очень близкие каждому человеку. То есть она находит вот такие какие-то моменты, которые каждый человек может найти себя в ее стихах. Она пишет о добре, она пишет о людях, которые должны совершенствоваться, которые должны друг другу помогать. Я шла по проспекту Почтовому и на двери библиотеки увидела небольшую цветную фишку. Там было написано, что состоится авторский вечер поэтессы Виктории Востриковой. Тонкая такая поэзия, лиричная, ну, она как бы заряжает позитивом. Вікторія впевнена, світ повертає тобі те, чим ти багатий сам. Нещодавно її колекція творів поповнилася ще одним надбанням. Я заінтересувався. Заінтересувався, спросив, де можна знайти її стихи. Прочитав кілька стихотворень, і вони мені понравились. І от одне стихотворення, мабуть, мене більше всіх зацепило. Це стихотворення об осені. І от воно як-то сразу легло на музыку. Закурлыкала осень печально, подарив мне свой лист золотой. Мир как будто окутанный тайной и какой-то щемящей
тоскою. Випадковості не випадкові, а весь ланцюжок подій приведе тебе до мети, переконана поетеса. Мені хочеться, щоб мої строки приносили пользу моїм согражданам, щоб люди, читая или слушая мої произведения, у них душі теплели. Мне интересны думающие люди, потому что именно повлиять на наше общество могут люди, которые думают. Вікторія мріє, що про неї дізнались, а її творчість сколихнула серця та пробудила до змін. Ну що ж, матеріал відзнятий, тут наша роль на цьому завершується. Вирушаємо далі. Наша героїня не боялася мріяти та вірила у можливе. Її бажання здійснилось. Усі охочі можуть подати заявки для участі у проєкті за адресою, що бачите на екрані. Ми відіграли свою роль у становленні нової літературної зірки. Далі все залежить від Вікторії. Нам залишається лише побажати їй успіху. Очень приятно знать, что в нашем городе есть такие люди, которые вот снимают такие проекты, которые всей душой в этом проекте. Это крайне интересно, и читательский круг расширяется. Случилось то попадание, что вот ради чего я это делаю, мои читатели это все ощущают и получают. После выхода сюжета, прежде всего, меняешься ты сам. То есть я почувствовала себя более уверенно. Большой друг вот на пути к успеху – это твоя хорошая самооценка, поэтому участие в таком проекте, безусловно, повышает твою самооценку, если ты все честно и искренне делаешь. Поскольку человек живет, он не должен прекращать мечтать. Он всегда должен мечтать, потому что рано или поздно мечта материализуется, она воплощается в цель, и потом у тебя возникает желание делать какие-то другие действия и выстраивать другие цели. –